Тройное прибавление в одной из карагандинских семей. На свет появились сразу три малыша. Два мальчика и девочка родились здоровыми. Вот только вести пополнение новоиспеченным родителям придется в съемную квартиру. У меня было, конечно, так в шоке, у меня был страх такой. Оксана Рассказова – мама очаровательных тройняшек. Два сына и дочь появились на свет 30 сентября при помощи кесарева сечения. Сейчас счастливая мама и ее дети чувствуют себя хорошо. Врач сказал, что сначала двойняшки. Я говорю, вы что, шутите? Нет, говорит. Он вес, рост, все сказал. Потом водил, говорит, подождите, там еще у вас ребеночек. Как, говорю? Я думала, шутит. Он нет, говорит, трое. Назвал там все вот параметры, то, что по УЗИ положено. И сказал, я вышла в шоке. Я не знаю, как мужу сказать. Теперь семья Рассказовых многодетная, до тройни у них уже был ребенок. Оксана – сирота, стоит в очереди на квартиру от государства. Пока же новоиспеченные родители вынуждены снимать квартиру. Между тем, в акимате пояснили, что молодая мама может рассчитывать лишь на социальные выплаты. Жилье семья получит лишь в порядке очереди. Законодательством не предусмотрены критерии при рождении такого количества ребенка, то есть дача предпочтения, привилегии для получения жилья из госжилфонда. Mm-hmm. То есть будет получать жилье в порядке очередности, пропорционально спискам. Также сейчас планируется рассмотреть возможности для детей-сирот предоставления жилья при наличии юридического свободного жилья в госжилфонде. Мы обязательно предоставим жилье. В роддоме тройняшек называют чудом природы. В последнее время тройни появляются на свет крайне редко. Один раз на 8 тысяч родов, рассказывают медики. Потому тройное пополнение в этой карагандинской семье можно назвать уникальным событием. Особенность данной тройни заключается в том, что это спонтанно возникшая многоплодная беременность без применения вспомогательных репродуктивных технологий, таких как экстракорпоральное оплодотворение. Сам по себе факт тройни встречается редко, 1 на 8100 родов. С применением вспомогательных репродуктивных технологий тройни встречаются часто, но даже в масштабах Карагандинской области тройни рождаются 2-3 раза в год. Ирина Камышова, Асхат Абидулов, Первый Карагандинский.